Центральной библиотеки. Редактор отдела комментирования и обработки литератур Центральной библиотеки. Надо переживать, может быть, выйдет, а может, нет. Новая песня, не страшный плен. Воплощайте свои мечты. Слово для поздравления предоставляется начальнику отдела культуры Бавлинского муниципального района Муратовой Рамзие Анасовне. Рождается Звегинцева Ирина Леонидовна, библиотекарь первой категории Фоминовской сельской библиотеки. Убивать, только не надо переживать. Может быть, выйдет, а может, нет. Новая песня вместо штиблета. Ла-л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 а. Не судите очень скоро. Награждается Галиуллин Альберт. На сцену приглашаем на сцену Галимутдинову. Преподаватель детской школы искусств. Андреевич. Народный образцовый хор ветеранов Дома культуры имени Мусы Джалиля. Руководитель Лазарева Любовь Григорьевна. Детская школа искусств. Руководитель Валиуллина Айгуль Раисовна. Руководители исполнительного комитета Бавлинского муниципального района приглашаются. Квартет «Настроение. Детская школа искусств». Руководитель Юртаева Елена Анатольевна. Приглашаем на сцену Субаеву Ландыш Галимзяновну, заместителя директора централизованной библиотечной системы. На сцену приглашается Салахова Чачка Имамуддиновна, преподаватель детской школы искусств. Большое спасибо, Рамиль Хакмилович. Поздравляем наших коллег с заслуженными наградами. А,
Григорьевна, директор Александровского сельского дома культуры. Уважаемые коллеги, для вручения благодарственного письма главы Бавлинского муниципального района приглашаются. Сайфуллина Ляйля Махмутовна, директор Дома культуры имени Мусы Джалиля. Шамсутдинова Гулия Завдатовна, заведующая отделом национальной литературы и искусств Центральной библиотеки. Почетные грамоты Республиканского центра развития традиционной культуры награждают Гордиенко Татьяну Алексеевну, научного сотрудника Краеведческого музея. Мифтахутдинова Лилия Венеровна, специалист отдела кадров районного Дома культуры. Не жалейте аплодисментов, дорогие коллеги. Сегодня наш праздник. Чуртаева Елена Анатольевна, преподаватель детской школы искусств. Приглашаем вас на сцену. Вместе получаем награду, вместе с директором. Спасибо, поздравляем. Дегтярева Зоя.